И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Даша и Яблоко. И сегодня мы играем Брик Рикс. Всем привет. Всем привет. Курлык-курлык. Курлык-курлык. Ну что, Даша, да. Давай, что ты нам хотела показывать? Бэйби. Систер локейшн. Она крутая. О, смотрите, Даш, не убирай еще. А, ты ж не можешь убирать. Не, давайте не поменяем убираю. Вот так вот. Смотри, как она в тени прикольно смотрится. А? А ты что, сидишь? Ты, короче, прокат, сфотографироваться можно? Можно. Сколько? $50, а если не заплачу? А зачем мне винтовка мощная тогда? О, Фокси. Смотри, смотри, как классно здесь сделано. Лучше даже, чем в этом. Скрап-механик. Витя, лучше, чем скрап-механик или нет? Нормально даже, круче. Прикольно. Сейчас мы возьмем военного и базуку. А ну, Витя, отойди. Давай, чтобы было красивее, это все зрелищней. Ой, одни штаны отлетели. Давай, бэйби. А, все. В голову. Нет. Ой, красиво, видел, сальтуху сделала. Просто иногда не хватает в играх песочницах, да, постреляться, поумирать. Так, давай очистим карту. Чпонь, есть. Ставить. Еще можно, смотрите, ребята, что сделать. Я от этой игры просто балдею. Хоп. Сейчас будет новогоднее настроение, какое-то зимнее, скорее всего. Так, Даша, что ты там ищешь? Ставлю. Ой, немножечко я погиб. А я улетел. Бывает. Вот, ты летишь. Ты летела. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. А у нас здесь здоровенный. Это кто у нас? Это ж не Чика. Это Бонни желтый, что ли? Желтый Бонни. О, Даша, ты можешь на нем ездить быстро? Ну все, давайте до поезда его докатим. Ребята, тут же есть поезд, который может ломать все, он заскриптованный, как в GTA 5. Поехали к нему. Ой, у меня так дергается. Ха-ха-ха, это недоработка игры. Ну что, это будет салют? Бах! А чё он такой крепкий оказался? Короче, я танк завожу на рельсы. Ой, я слышу там... Поезд! Бах! Ху-ху-ху-ху! Вот это он так сгибается, и вот это его так глючит сильно. Ой, не могу навеселиться. Он чуть-чуть тпхает назад, потому что... Ну стоит. Ничего, это пиццерия из будущего, поэтому она тпхается назад. Это что у нас? Фредди со светящимися глазами. Какая-то Чика вообще здесь неинтересна, я ее даже боюсь. Гитара, смотрите, у Бонни. Лежит на полу где-то. Ну так, конечно, очень примитивно, но... Скрап-механик, не знаю, лучше или хуже. О, давай, с танка ее хочешь. Сейчас я ищу. Так я даже пробить стену не могу. Смотрите, какая крепкая, вот я захочу попасть вовнутрь и не смогу. С танка еле-еле пробивает. Давай, ты можешь ее раздавить? А, хотя твой танк тоже разломается. Ой-ой-ой, красиво. Ты что, ты так подвинул жестко. Я тебе больше скажу, у меня два передних колеса. А если я по танку стрельну, он разломается твой или нет? Не, он очень крепкий, у него... Я знаю место больное, ну стой, я знаю больное... Блин, я хотел туда стрельнуть, вот. А ты что, знаешь, где тут сидишь? Ну, где я сижу? Ну, естественно, нет. Смотрите. А что непонятно, кто-кто? Кто есть кто? Не, ну тут понятно. Это Чика, это Бонни, это Фредди. А вот эти непонятно заготовки. А, с этой стороны надо смотреть. Это Мангл. Это человек какой-то сидит с Диглом. Я. Денежку просит. Марионетка и эндерскелет. О, попробуй танком с боком их так все задавить. Боком? Да-да-да, ну вот как они стоят с торца прям по очереди. Один за одним. Кто здесь на пути стоит, отойди. А ну отойдите, ребята, да. Ну давай, крушение сделай, века. Ой, блин, я не хотел, хотел поменять оружие. Чё-то не очень как-то, не знаешь, целиком поехали вместе. Ну все равно не рассыпались все в итоге, смотри, сколько запчастей лежит. Мне кажется, ничто этот танк не уничтожит, именно из каких-то ничто построек. Его не уничтожит, а я с одного выстрела его обездвижу, хочешь? Попробуй. И ты не сможешь ездить. Гусеницы ты не сможешь с одного выстрела сломать, проверено. Не, сделаю, что ты не сможешь на нем ездить больше. Давай. Вот надо зарядить, подожди. Так, Даша что-то спавнит еще. Ну. Поехал, давай, катайся. Давай. Ну, а что ты не едешь? А, только за. Видите? Можно одним выстрелом обезвредить любой танк. О, что это такое?
О, будь здоров, а как ты управляешь? А я тебя не вижу. В маленькой коробке. Это на радиоуправлении. Тут такое есть? Да. Она вот. Прикол, Даш, да я? И что делать? Просто езди. А, подожди, это назад? Сейчас я подъеду к тебе, ой, к себе. Блин, а мне нравится. Димас, это ты сейчас... Ого, она шлифует. Да? Смотри, можно сразу пятую скорость включать, и она рвет. Погоди, Димас, ты сейчас в машинке, да? Да, да, я управляю ей. Погоди, смотри, я дрифтую. Нет. О, поймай меня, поймай. Ты у меня на одном месте стоишь? А, понял. Димас. Прощай. Вот это его там расколбасило. Физика здесь хорошая. Да, ломаются четко предметы. Все, Димас, больше нет. О, смотри какая. Ого. Она еще и с этим, с крюком. Она какая-то очень большая, мне кажется. А теперь я. А, она ездит? Ого. О, Даша, смотри, это намного больше. Я же говорю, тут просто дополнительно еще есть комната. Освятим ее. Блин, Даша, это крутая. Да? Да, она мне нравится. Больше, чем та. Там что-то двигается, Димас? Не знаю еще. Ой, что-то да. Она поломилась. А что это с ней? Такое ощущение, что землетрясение какое-то в ней произошло. Вау, это круто, пора выбираться. Сейчас мы будем выходить отсюда изнутри. Что меня дамажит. А, меня убило. Так, Димас, ты где? Я летаю на самолете. На очень крутом. Тут физика очень классная. И самолет тяжеленный. Ой, скорость теряется. Сейчас, короче, я в город полечу на нем. Надо просто очень аккуратно это делать. Блин, прикольно, тень так падает. А, то поезд едет. Ой-ой-ой, сейчас упаду. Значит, ты возле поезда. Сейчас я тебя убью. Я в город лечу. Только не с базуки. Попробуй пострелять меня. А то с базуки, конечно... А ну попробуй с базуки. Как получится с ними. Все, я в воздухе. В городе. Так. Я, короче, над спауном летаю, где эта ковырялка. Что-то я тебя не вижу, Даш. Я тебя вижу. О, классно стреляю здесь. Пулеметы есть. Круто, круто. Игрушка-бомба. Ой-ой-ой, Даша стрельнула. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что со мной? Ты меня побила? Ба! Еще разок. Сейчас, Даша, еще раз. Давай. Дубль два. Только сразу дай разгонюсь чуть-чуть. Ух, сразу скорость большая. Раньше я взлетал на взлетной полосе, а теперь в воздухе сразу. Так лучше. Так, Даша, я лечу. Попробуй с пулемета. Или еще раз с базуки. Только не стреляй, где я сижу, а попробуй по хвосту пострелять. А где ты стреляешь? Где ты сидишь? Ну, ты ж не знаешь, где в кабине сидят. Во-во-во, подбило, нормально. Хвост отвалился, я лечу без хвоста. Блин, дверь задирает сразу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Еще раз. Ба, красиво. Приближаюсь, я тебя вижу. Я лечу. Ты попала по мне? Да. Ой, зацепился. 70 километров взлечу. Ой, там что-то отломилось. Да. 70 километров можно взлетать. Ну что, Даша, попробуй меня сбить. Просто самолет мой реально медленный, его легко сбивать. Ну лети, 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 дрыщунец. Что-то ты подняться не можешь. А он тяжелый какой-то очень, но он классный. Тут вроде бомбы можно сбрасывать, но я еще не проверял. У меня очень маленькая скорость, Даша. У меня скорость 60 километров. Как он вообще летит с такой скоростью? Я сейчас не поднимусь над домом! Фух. Поднялся. Такие миллиметражи, да? Прикольно, наверное, со стороны смотрится. Так, Даш, норм. Сейчас попробуем набрать скорость отсюда. Над полем. А что, я не попадаю? Ты не попала, я слышал взрыв какой-то, но не попала ты. Нет. Блин, классное управление. Ребята, если вам нравится эта игрушка, ставьте лайк. Ух, крыло! Есть, красиво. На. Вау! Вау, все равно лечу! Все равно лечу! Ха-ха-ха! О, смотрите, какой кратер есть. Давайте над кратером пролетим. Давай, пролетаем. Снижаемся. Скорость наберем как-то. Вау, он глубокий, смотрите. Круто. Ой, взрыв, что-то там отвалилось. Нет!
Бах! Вау! Джун-джун-джун. Ты на том же доме? Да. Придется тебя сбить. Оу! Это что, я тебя сбил этим? Пулеметом? Я куда-то выстрелил. А куда это было? Это видно, у тебя, может, баг какой-то был там с горючим. Я даже не ожидал. Давай мышкой задирай сразу. Блин, ты не падаешь. О, ты летишь, все. Даша! Круто, у тебя получается. Все. Красиво. Так, Даша, еще раз пробую. Только здание ниже. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, вытягивает. Вытягивает, да. Тянет, да? Да. Короче, здание самое лучшее. Во, нормально летишь, мне нравится. Последний выстрел, контрольный. Рядом. Даша, ты что, летишь, что ли, еще? Да. Не поворачивает. Я вижу, ну ты летишь еще как-то. Добивание, не могу сделать. Добивай меня. Попал? Ты меня что-то сбил, этот, я теперь поворачивать не могу. Нормально, попал зато. Смотрите, как тяжело. Блин, игра затягивает, хочется играть и играть в неё. Во, вот это расстояние, очень далеко. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага. И сегодня мы играем Brick Rix, будем ломать классные постройки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, ребятам. Здорово. Шутка удалась, все, поставил. О. Нормас? Да. Пиццерия. Антонио. Антонио Дель Тальоне. Давай я ее переставлю чуть-чуть дальше, вот сюда вот. А как в нее садиться? А я не знаю, там есть вот место. Место, да, ну-ка. Я там садился. А как туда сесть? Ну-ка, Димас, вылезь туда, залезь прямо вот туда, я хочу сесть. Что-то маленькое. Хорошо, вылез. Ну-ка, пиццерия, нормас. Как вовнутрь давайте попасть? Давайте вход сделаем. Давай. Вот иди сюда, Димас. Иду. Будем выстреливать дырку, раздолбаем, давай, погнали. Не, здесь плоховато, давайте здесь. Блин, очень плохо, мне не... Вот, надо снайперка, Дима, снайперка хорошо. Вот. Сейчас зайдем. Ну когда... Всё, заходите. Говорит, а что вы делаете, когда ключи от дома забыли? Я базукой все ломаю. Ой, что она исчезла? А что меня фигачит? Вот, тут вход, наверное, вот этот вход. А, думаешь? Да, вот тут ломайте вот это. Отлично, вот. Заходим. Вау, ломаем, заходим. Во, вау, тут nice. Хорошо. Это офис. Только рабочее место и больше ничего? Ну что, получается? Ого, кабаняхи. Да, что-то у меня зависло все опять, как всегда. Подожди. Жду. Я могу тут... только ждать, и все, больше ничего. Давайте разломаем дверь. О, чисто дверь отломилась. Ой, я сам уничтожился, и вроде неплохо. Вроде получается. Только я присел чуть-чуть, отдыхаю тут. Ну что? Что-то со зданием не то, оно обиделось. Ой, я что-то наркоманил чуть-чуть. Ого. Ой. Вот, ребята, видите, что такое Brick Rix? Это мясо. Жесточайшее при том мясо. Как восстановить? Вот, теперь я вижу, что внутри. О, аниматроники стоят там. О, Димас, давай ты будешь выживать там, я по тебе стрелять буду. Чё-то, знаешь, давай. Стрёмно, ну придется. Давай, сиди там, Димас. Сейчас, подожди, надо мне туда попасть сначала. Ах, меня откидывают, что такое? Она какая-то имбовая очень. Офигеть, она... О, Димон, я внутри! Давайте, я разламываю. Тут чика классная, кстати. Можно оборону сделать, обороняйся, Димас. У тебя, наверное, плохо получится. Не-не-не, не попадете. Димон, это новый. Вау. А мне нравится, как он смотрится, да? А че он так, это прикольно? Ну, он типа на гитаре играет, на гармошке. А, понятно, давай послушаем. Ой. По голове мне, смотри, бьет. По голове мне. На тебе. Получается. А я его сейчас скину, смотри, падай. Так он и так упал, Димас. Он лежит, танцует. Танцор диска. Уже расстрелять его? Расстрелять.
Ничего себе, расстрелять. Вообще на куски разлетелся. Разломал его просто на кусочки. Он там его голова лежит. Так, давайте посмотрим, кто у нас там следующий. Прикольный розовый Бонька. Следующий у нас Чика. Чика. О, она тоже. Это, кстати, один и тот же разработчик, походу, делал. Смотри, let's eat. Переводится вроде бы как, если я не ошибаюсь, давайте кушать. Еще. Стреляй, стреляй, стреляй. Дигл рулит. Вау. Смотри, еще живая и живая, а? О. Все. Вроде не двигается. Вот тут моторчик еще есть. Оставь моторчик. А, вот, да, еще двигается, Димон, запчасти, смотри. Давай моторчики. Давай. Это Димон Чика Терминатор. Ага, бессмертная. Да, аниматроники Терминаторы. О, у него еще две ляжки стоят, смотри, как я им сейчас сделаю красоту. Вау, ноги оторвал. Не, даже ноги не могу отстрелить. А что она лежит, отдыхает? А у меня она стоит, это очень странно. О, все, хорош. На! Красиво разлетелось. Ого, прикольная бита, ребята. Как вам Грэнни? Напишите в комментариях, нравится мне или нет. Давайте только не с базуки, а просто стреляйте. Хорошо. Смотри, у нее платье бронированное, лучше по рукам стрелять. Вообще не про... Точно. Давайте попробуем руку отстрелить, там где биту она держит. Давай, давай. Чё она такая крепкая? Она бронирована. О, она что, летает, что ли? А, так на ней можно управлять, она ездит! Прикольно! Нет, Димас, ее может со снайперки. Снайпер, кстати, она мощнее. А ну попробуй. О, оторвало ей руку. Ничего себе, я вижу, там что-то завалилось у нее. Бита, смотри, какая у нее здоровенная бита. Так, ей можно колеса подырявить. Давай попробуем. О. Так. Красота. Всё. Не, она не умирает. У нее бронированная, Димас, эта штука. Давай насчет три стрельнем базукой. О, базукой, я в платье ей стрелял. Я вижу, умирает. Бронированная Грэнни. В голову придется. Ей, кстати, управлять можно. Залезть туда в нее и управлять. Ого! Что это такое? Она бит! Ого, битой бьет. Дима, ну ты... Вот ты мочишь, мне нравится. Нажми Ctrl-R, чтобы бита опять появилась. Ctrl-R. Подожди, она очень громкая, Димас. Я знаю. А! Аккуратно, Димон, ты же псих! Я ее боюсь! На! Круто! Ой-ой-ой! Че, все, она улетела в космос, что ли? Она вон спадает! О, Димон эпично упала! А ну-ка, ускорись! Ой-ой-ой, не может по мне попасть, а хочется! Как-то она странно рукой делает, Димон, тебе не кажется? Димон, ну мне смешно, когда ты так делаешь! Ну не надо мне, я не могу на это смотреть! Ребята, лайк за хорошее настроение. Во. О-о-о. Я управляю палкой. Он здоровый. Это, Димас, я так делаю линейкой. Да? Да. А где ты сидишь там вообще, не понимаю? Не знаю, в туловище где-то. Бьем его по ногам. Я его боюсь. Не-не, пусть покатается еще. А ну, Дима, нажми много раз shift, чтобы шлифовало оно, типа, сразу со большой скорости, не? Во. Что за Винни-Пух этот? Чебурашка какой-то. Прикольно, это с автоматом. Отбиваем линейку, линейку отбивай. Ой-ой-ой, от меня споткнулся, Димон. Ой-ой-ой, ты не упал, ты не упал. Как так ты? Ты читер. Ой, я еду, еду еще. Нормально, у тебя еще, кстати, два колеса передник. А, еще и заднее небольшое есть. Я ему линейку чуть-чуть сломал.
Да нифига ты не сломал. Как было 12 сантиметров, так и осталось. На! Вау. Я тоже хочу сесть, покататься в нем. Трансформация. О! Во! Все. Да ну! Контрл-эр, Димас, наш. Я знаю, я лечу красиво. А где ты? О! Я профи. Ну что у него с головой? Что за хлебные домотня у него? Что у него с головой? Я линейкой бью свою голову. Ой, линейку тебе, Димас, отгрыз немножко. Ну чуть-чуть есть, да. Смотри, у тебя линейка все погрызанная, как у бобра. Все, прощайте, я поехал. Куда ты едешь? Все, ну, все, ты... все, я еду в школу детей бить линейкой. Подожди, дай я тебе хоть в ногу стрельну. Да базукой попробуйте меня взорвать, только сверху вниз. В ногу не стреляется нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Не-не-не-не-не! Балди такой не берет. Балди мощный. А где ты, где ты? Прикольно, голова крутится. На! Дорвали тебе еще что-то. А что ты остановился? А потому что я уже не мог ездить. Попробуй, Димон, с высоты упасть. На! Димон, смотри! А ты где? Бах! Вау, у тебя ноги оторвались. Круто, еще раз, Димончик, давай, прям над давай. Тобой попробуй сейчас. Все, лечу, там? Падаю, ребята, смотрите. Бум. Ба, и не, ноги все, я вообще целый остался практически. А ну, не совсем. Дорогие друзья, с вами Димас, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Сегодня мы играем в Брикрикс, 1000 лет не было это у нас игры, и рубрика... Пожиратель. Если опять кушайте, приятного аппетита. Пацаны, погнали. Только дай нам фору, дай нам фору сначала. Кого-то съели, кого-то съели. Уже? Да. Так стой, не считается, дай фору. Там какую фору? Да какую фору? Обыкновенную, мы же должны убежать. У меня жопа горит, Димас. Жопа горит. Как всегда у нас, ребята, начинается вакханалия. А, кстати, у нашего пожирателя включено бессмертие. Да, поэтому у него сегодня шанс нас убить 100%. Какой умник переградил дорогу. О, я сломался. Буду по красоте, ребята, выживать. Я же тоже не дурачок. А, енот, можно пожиратель? Я чуть-чуть сгорел. Я тут немножко взорвался из-за одного барана на дороге. Да, ребята, сразу видно, играем с профессионалами. Я не виноват, ты меня поджег вначале. О, я тут уже на мосту. Что ты мне сделаешь? Кто? Енот, я вот на мосту стою, смотри. Я как? Заехал, чтоб ты мне ничего не мог сделать. А так, как я туда? Нет, а, ты можешь. Я мимо. А, надо разворачиваться. Ой, видишь? А ты пока заедешь, и год кончится. А я не могу заехать, я слишком у меня низко находится. Да? Короче, я вспомнил, мне надо хлеба купить. За спам. Ого! Тебе... Ого, наваливают, ребята. Это смотри, очень надо осторожно. Помогите так вытащить. А, ну все, ясно. Ого, у меня так... Ого, руль какой-то рахитный в этой машине. Все, я нашел пожирателя. Тихо, осторожно. О, Дим, да, у нас с тобой еще один. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И любой может попасть в ролик, просто классно повеселиться. За пожирателя. Этот пожиратель переворачивается с любого поворота. А ты просто напиши пожиратель и все. А, так ты на поворотах... А, так у тебя есть минус большой. Дино, дай, пожалуйста. Это было рядом. Отлично. Наваливаем. Поезд едет. Буду наравне, ребята, с поездом лететь. Блин, ну машину взял я нам какую рахитную. Он сзади, смотрите. Садись. Ну, надо наваливать. Ага. Переключаемся побыстрее скорость. Смотрите, как бочком валю. А где вы еще такое увидите? А где вон? Вот он. Ё-моё! Кушайте. Пацаны, я фас. Газуй. Я выживший? Да, последний. Но ты не я который тоже... выжил в Гаррисмоде. Ты не выживешь на этот раз. Пацаны, фат. Там. Я сломался! Я тебя одной челюстью прибью. Нет! Почему я буксую? Блин, прикольно получается, ребята, мне нравится. Хорош, хорош. О, кто-то еще тут буксует. Еще не все потеряно, ребята. Блин, ну машину взял нам такую рахитную, она так плохо управляется. Это просто жесть.
Так, отлично. Кстати, я могу сейчас заныкаться. Снимайся. Не, я добрый. Ням-ням-ням. Все? Ням-ням. Я в городе, ребята. Я в городе. Мы не того зарезали. Пацаны, резня. Я его убил, и Димаса убил. Ничего страшного. Я живой. Ты что, гонишь? У меня машина уже полкрыши нет, но я живой. Ты был не последний, представляешь, Димас? Я не последний, значит... А сейчас кто я? А сейчас ты, скорее всего, уже последний. You spin me right now. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, повезло! Блин, колесо провалилось, но я еду. Я еду, я еду, я еду. Пощади, пощади. А, ты не догонишь меня. Где этот Димас? Отлично, отлично. Ребят, нет, вы меня не сможете съесть, потому что я лучший игрок по Брик с Риксу. Согласен. Давайте его, короче, будем жрать с двух сторон. Сделаем ему вкус. Тихо, тихо, тихо. Почему я буксую на каждом ровном месте? А что ты шифму разжмешь? Почему он переворачивается, енот? Как ты выбирал их? Легко. Так же, как и ты. На самый красивый, да? А где я, где я? А, так вы же на карте можете прочекать, нажать M и увидеть меня. Я уже прочекал давно. Ах ты хитрый жук. Получается, пацаны, я не смогу заныкаться от них. А как тебе туда? А как тебе туда? А я не знаю. Как ты думаете? Давайте РПГ выкурим. Давайте. Нет, вы должны только пожирателями вместо жрать. А как мы туда попадем? Нас проблемы, да? Я сейчас выйду, я жду, пока вы подъедете и резко свалю. А ты на башне, да, Димас? Тихо, у него сейчас щупальцы еще ко мне пролезут. Ха-ха-ха-ха! Я. Где он? Так, ну что, я буду выезжать, я буду выезжать. Страшно, страшно вырубать. Он на парковке был, давайте. Как садить возьму в эту машину? Давай догоним его. Да нечестно, он возле меня заспам... Нет, я не буду это считать. Это нечестно, он возле меня заспамнился. А машина на ходу, ладно, поехали. Ха-ха-ха, я еще живу. Машина как кусок развалюхи, но она едет. Ну это было, конечно, читерское. Представляете, как хотят ребята выиграть меня, что уже спавнится прям во мне. Пацаны, я вам там запчасти подбрасываю, если что, соберете. Да мы соберем новую машину себе. Блин, классно, классно выживать, когда ты один. Поехал. А едьте с другой стороны на мост, с другой стороны. Не, блин, они сейчас говорят, еще реально меня залупят. Давайте, вот едьте на другую сторону моста. Так, перевернуться где-то. Ням-ням-ням. Будем его тут... Возле меня опять заспавнился, но это не... Ну это же нечестно. Давайте еще разок, я один выживший, а вы все монстры Хендерсона, хотел сказать. Потому что вы такие зубатые все. Я сиреноголовый, ла-ла-ла. Все, я только в городе, больше никуда не петляю. Только давайте так, вы не будете спавниться, вот он видит, что я еду в ту сторону и передо мной стал. Молодец. Я хочу друг другу мешать. Это тактика. Может, хотите, можете другие машины взять, какие хотите, лишь бы меня поймать. Можете даже быстро, не обязательно пожирателя, главное меня поймать. Давайте, ловите меня, я преступник. Я украл миллиард долларов и еду их прогуливать. То есть любые тачки разрешены? Любые, да, любые. Ну все. Давай. Ты сначала поймай меня, а потом уже говори что-то. Ну короче, Димас, я тебе это поймаю. Только чтобы у вас было бессмертие выключено. Дайте инфу по Димасу, я поеду его застрелю. Ну что, покажи, моя машинка, на что ты способна. Как на кого пожирать? Давайте и тупо берем танки и все, и гасим. 160. Тормоза? Тормоза хорошие. Ну, Димасик, нет, не очень. Ой. Бочком, бочком. Хорошо машина валит, мне нравится. Такая тяжелая и, знаете, прикольная физика в этой игре. Все равно классно очень сделано. О, привет. Чё я там ударился? А что, ничего не... Ты меня хочешь поймать на этой рахитке? Ну давай, давай догони, догони, давай, давай. Давай, щенок вонючий, догони. Блин, я тебя не увидел. Ё-моё. Поймал? Я живой. Ребята, я живой, у меня тупо... Ловим его, объезжаем, я беру... Да что ж вы меня убили? Машина целая, смотрите. Давай, желтый, покажи, на что ты способен. Давай, давай, я еду, я еду. Ну что, догонит, ребята? Да. Главное сделать классный маневр. Маневр, видели, как сделал? Под ним. Как это было эпично? Щупальцы ломаются. Отвали, отвали, отвали! Вы меня закрутили, что вы делаете? Тихо, переворачивайся, переворачивайся. Нет.
Ого, ты мне посрача прописал. Да отвали, дикали мне. Я головой трусь об пол. Расскажешь, а как... давай. Ну-ну-ну-ну-ну, друг другу помешали. Зачем? Блин, так прикольно распадается. У меня, кстати, вообще не лагает. Реально не лагает. А как это вы... самого начала. Вы про... Я не про тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. А, негр. Ух ты. Ладно, давайте последнюю стычку. Есть это, танки есть у вас? Да. Да, есть. Давайте, будьте на танках. Я сейчас возьму себе другую машину, на которую я буду убегать. Димас? Только дайте хотя бы... Блин, ну вы хорошо стреляете, енот тем более хорошо стреляет. А я тоже хорошо стреляю, не волнуйся. Ну дайте мне тогда фору, дадите фору мне. Да. Последняя битва. Я на джипе черном, а вы на танках. Давайте, покажите, на что вы способны. У меня большой... Вы видите, черный, я на черном джипе еду, наваливаю, видите? Нет, не видим. Я увидел. Давай, 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 покажи. Или это был Левиафан, я что-то не понял. Это Левиафан он делал? Так, интересно, я смогу рельсы проехать или нет? Даже... Я увидел его, я его вижу. Вот это джип, вот это джип. Димас? Ой-ой-ой, это было рядом. Ох, Димас, ты! Это специальное уклонение, это специальное уклонение, ребята, все продумано. Отлично. Это специально я заныкался, чтобы они не попали по мне. Уверен? Ой-ой, блин, я аж дернулся. Щенки. Ого! Не попал. Буду своих мочить. Нет. Подождите, что с моим танком? Вот это я уклонился. Бессмертие на танке, алло. У меня нету бессмертия. У меня нету. А вот, теперь вырубил. Ух ты, смотри. Только не стреляй, не стреляй. Смотрите, что сейчас будет. Смотрите. Да ну блин. Это не я был, Димас. Это было меткое попадание в голову. Не спорься. Ну ты псих что? Ого, у него пожиратель с базуками. Нет, нет, Димас, я тебе даю фору, я тебе даю, не стреляй по Димас. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1, можешь стрелять. Рядом, 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 рядом. Специальный прыжок секретный. Пошел, пошел, пошел. А я вижу его. Специальный секретный прыжок. Так, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Все, хорош. Нормально, нормально. Хорош, уклонился. Уклони. Ох, это не уклонил. Это машина. Ой, колесо отстрелили. Ох, ты подлец. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Брикрикс. Сегодня, ребята, мы будем разрушителями, будем ломать постройки разные. Начнем с маленьких и закончим большими. Ярик, смотри, твоя машина любимая. Так, давай, я тебе ее оставляю, а себе загружу другую. Так, побежали. Так, а я возьму свою любимую тачку. Потом будем КамАЗы уже. И самолеты. Так, Ярик, давай, поехали до рельс. Давай, давай. Как раз поезд проехал, давай, на следующем круге машины уже должны стоять наши. Так, так, так. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, 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 так. Так, давай, ты ближе ставь, а я свою чуть подальше ставлю. Мы сможем заехать? Ого, твоя машина развалилась. Давай, Ярик, через F. Вот, смотри, я поставил свою. Оп. Ярика, классно машина развалилась. А что это с ней? Блин, это классно смотрится все. Миллион запчастей. Так, сейчас будет уже поезд подъезжать. Блин, ну Ярик, ну классно. Она еще ездит, едет, едет. Машина, ты куда? Не уезжай. Так, так, так. Ярик думает, что делать, что делать. Ай! Что с машиной случилось? Ну, она немножко развалилась у тебя. Ты можешь через М на карте, там будет седлушка, она отображаться, но не появится. Попробуй через карту. Ярик, поезд подъезжает уже! Ты не успеешь! Не, вот успеешь! Ярик! Сейчас будет мясо! Да все, бросай, бросай, бросай машину! Ой-ой-ой! Я отлетел на пару тысяч километров. Это жесть! Так, ребята, теперь мы берем по грузовику. Отлично. Ярик, давай, это твой грузовик будет, а я себе другой поставлю. Ну ты псих, а ну резко затормози. Ого, аж прицеп понесло. Так, ладно, беру себе машину. Так, короче, ой, красивая сейчас... машина. Посмотрим, что она может. Сейчас я, короче, поставлю грузовик. Ого, наш ревет.
Ярик, я еду. Так, где поезд? Поезда еще нету? Не, поезд только что проехал. Ты тоже не можешь поезд заехать? Едет. Ах, меня понесло. А может, сейчас... над рельсами поставить ее? Да ну, дай пройти. О, Ярик, смотри, я смог. Все, ребята, я понял, как это делать. А теперь ждем поезд. Вот теперь будет класс. Ярик, надо чуть-чуть над рельсами заспамить. Во, все, выходи. Вот это жесть сейчас будет. Ребята, все, научились. Безвыходных ситуаций не бывает. Едет поезд. Едет. Давайте дальше отойдем, чтобы наблюдать это все. Тут целое... Ого! Ой-ё-ё! Сколько запчастей! Ярик, тебя выкинуло с сервера? Да. Вот это жесть! Забагали, блин, сервер. Но сам сервер не забагался. Игроки бы все вылетели. Будет много лайков, будем чаще записывать. Сделаем, короче, рубрику «Разрушители». Вот это кабака. Вот это кабака. Это укрепленный танк. Ничего себе, у тебя быстрее, мне кажется, танк. Раз. Давай, раз, два, три. Ха-ха! Не, так нечестно! Ну честно все! Ого! Ты перевернулся! Жесть, не стало колеса! Ну как ты так? Я свой боком поставлю. У тебя колеса что-то там отваливаются, нет? О, едет поезд. Все, я выхожу. Приехал. Отходим. Смотрим. Ярик, а-а-а. Уходи. Бах. Опять Ярик вылетел. Опять вылетел с сервера. Ого, мне кусок танка отвалило. Жесть. Он еще едет. Танк, ты куда? Давай я сейчас другой танк возьму. У тебя еще есть один танк? Да. Ну давай, погнали. Сейчас у меня загружается. Блин, ракета тяжелая, ребята. Еле тянет машина ее. Ну тянет. Давай, ты можешь. Переключаемся на максимальную скорость. Да не, эта машина может еще много всего. Ярик, я тебя жду, где ты? Я уже подлетел почти к гаражу. Вижу. Так, сейчас. Как-то странно, она едет, и когда делаю влево или вправо, с места она не едет. Можно вот так сразу делать. Ого. Ничего себе ты машинная психичка. Чувак сзади с биноклем сидит. Ха-ха, такого видео, прикольно. Ого, Ярик, у тебя какой-то очень быстрый танк. Два на перегонки. Давай, попробуй, догони меня. Ты не сможешь меня догнать. Ни одна машина меня еще на планете не догнала. Блин, ракета конченая. Да блин, а у меня танк дрифтящий какой-то. Так, ладно. Не стреляй. Догнал. Ой-ой-ой. Что ты наделал? Ничего я не делал. Ой-ой-ой. Так, ладно, Ярик, я бэкспейс нажал, давай. Ты пэхайся ко мне сюда. Блин, сейчас будет, ребята, большой бабах. Что это у тебя за ракета? Ой. Давайте вот так вдоль поставим, попробуем. Сейчас, что получится? Сейчас. А этот танк, он очень крепкий. Не-не-не, не так хочу. У меня танк такой-то, что я могу сюда прям заехать. Ой. Не могу заехать, могу сюда заспавниться. Как-то странно спавнится, я не понимаю, как она будет стоять. Смотри, пап, у меня колеса в рельсах застряли, я не могу отсюда выехать. Ну ладно, пусть так будет, зато ракета заденется. Сложно поставить именно идеально и ровно. Так, где поезд, Ярик, ты видишь? Блин, сейчас будет большой бабах. Ярик, едет поезд, ребята, ну что? Отходи! Надеемся, будет эпичный взрыв. Я подальше отойду, чтобы оценить это все. Ракета, ты чё, не взорвалась? Ой, танк, красиво, ракета летит. Может, ещё взорвётся? Ой, взрывы там. Ярик, смотри, какая у меня машина. Давай, кто быстрее, твоя машина или моя? Блин, бургер, ты как конченый дурак прыгаешь. Я маленький, не трогай меня. Так, а ставим, давай, пока есть поезд. Заезжаем. Давай, ты машина можешь. Все, я заехал. О, новенький, Ярик, не жалко ломать? А как? Вау.
Да я сам не знаю, смотри. Блин, круто. Ничего себе, ну тебя... Блин, мне кажется, там даже двигатель, ребята, крутится, смотрите. Охлаждение, все, радиатор сделано. Неожиданно, неожиданно. У меня, конечно, кусок говна. Но ничего, зато ездит. Так, сейчас будет уже поезд появляться. По времени уже должен подъезжать. Так, ребята, подъезжает. Бах! Ого, он крепкий оказался. Так, поезд проезжает, и мы ставим дом. Вот так вот. Во, идеально. Так. Вот этот дом сейчас будет ломаться. Жесть. Дярик, иди посмотри, какой дом сейчас будет стоять на кону. Сейчас, сейчас, сейчас. Я возьму себе маленький грузовичок. Вот это жесть. О-хо-хо-хо. Так, смотрим с высока птичьего полета, где там поезд едет. Дярик, а где-то я тебя слышу. О, я тебя вижу. Сейчас уже поезд должен быть. О, классный грузовик, я его там видел. Во-во-во, норм. Четко, Ярик. Так, по времени уже должен поезд подъезжать. Так, где я поезд? Я на ехать летаю на далекое расстояние. Едет поезд, Ярик, уходим. А я укрытие на все. Буду подлетать. Я просто заспавнился далеко, а сам буду на ехать тут летать. Понял. Ну. Ба! Угу! Вообще четко. Ярик, как ты думаешь, этот дом еще можно починить? Нет, он на ремонт. Ну тут как бы еще смотри, что-то там доски есть, пару штук между собой сбитые. Вот смотри, можно еще жить. А, я упал. Ярик, смотри, какая у меня машина. Ого, ребята, оцените. Вот это транспорт. Ничего себе. У кого? У меня, ты, наверное, его и не видишь, он у тебя еще не прогрузился. Вот это жесть. ППС даже просел, но она едет. Сейчас, может, ее еще проглючит. Это жесть. Короче, ставим ее на рельсы. Вот это бомба яд сейчас будет. Она даже спамнится долго. Все, я выхожу с нее. Все. Вот это сейчас будет мясо. А тут поезд хоть проедет, зацепит ее или нет? А у меня машина это не отображается. Так это жесть, Ярик, ты ее увидишь на записи. Это просто гигантская машина. Не знаю, там дом на колесах. Поезд едет. Ну, наблюдаем. Ой-ой-ой. Хоть бы меня не вывело. Ой, пошла, пошла, пошла. Вот эту машину закусила. Ладно, очищаем карту, не будем насиловать игру. Да на такое она не рассчитана. И все, привет, дорогие друзья. С вами Димас, яблочный сок, скромник. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Я скачал очень много штук, вы сами все видите. Так, пацаны, ну что, как вам новые постройки аниматроников? Так, сейчас. Знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас, как эта игра крутая, мы можем солнце поменять, чтобы нам было лучше видно. Вот так вот. О, руки крутятся. Так, куда-то он пошел. Куда-то пошел, пошел. У него дергаются ноги. Хорошо. Это первые постройки, поэтому мы их сразу раздавим. Надеюсь, будет эпично. Так, потихонечку. И давим. Ням-ням-ням. Это очень крепкий пожиратель. У него щупальца реально... Вот это мы салат сделали. Надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Следующие аниматроники у нас. Еще один. Сборник. Ну эти, наверное, поменьше будут, да. Это маленькие вообще совсем аниматроники. Что, ими управлять можно? А я не знаю, но они такие прикольные, более современные. Получается, это той аниматроники. Такой звук прикольный, да, сдает? Эй, Golden Freddy! Это пьяные аниматроники. Прикольно, прикольно. Настроение бомбейское. Это какой-то кабаки играет. Это они такой звук издают конченый. На земле. Как будто пианино расстроенное какое-то говняное. А, это зубы от пожирателя, да, пацаны, отвалились, остались? Так, не будем его ставить далеко, поближе будем ставить. Едем их давить, потому что построек много, и хочется всех успеть... А, ты их ближе поставил? Давай. Вот так, давайте, чтобы было прям эпично, вот так вот. Подъедем, подъезжаем, подъезжаем. Красиво. Чп.
поньк. Ребята, прикольно. Реально, мы такого еще не делали. Мне кажется, вообще никто так не делал, чтобы постройки так разрушать. Обычно мы взрываем, но сегодня у нас что-то новенькое. Так, пожиратель, ты далеко уезжаешь. Давайте его поближе поставим. Это же этот... Прикольно, как... реально крутая текстурка. Это такой... NAF 6, это из NAF 6, я не помню. Ухо, смотрите, это получается аниматроник с разных запчастей и разных аниматроников сделан. Да, его собрали из разных аниматроников. И еще разные части были, да? О, голова крутится, рука поднимается. Он даже немножко ходит. Эй-эй-эй, если бы не стена, оно уже упало бы. Сейчас там что-то у него разрушается немножко. Да. Но он крутой. Самый красивый. Хорошо, давайте его раздавим. Давайте вы сядете, я тихонько раздавить, я хочу отсюда посмотреть. Со стороны. Давайте солнце выше сделаем. Во. Ну что, давай, покажи силу. Бум! Нифига себе это моща! Да, голова осталась. О, этого аниматроника вы точно должны узнать. По-любому. Смотри, кто это у нас тут, красавчик. Это эндер скелет. О, зачем я вылез? Я могу им управлять, походу. Это не эндер. Это Энерт, Энерт. Вот, красавчик, видишь, угадала. Так, подожди, а где я сидел? Чё-то не вижу места сидения. А, не управляется, да? Да, он не управляется. Он статичный. А ну давай ему ноги отруби. Ты что, я даже не ожидал, что так будет. Он очень крепкий, у тебя щупальца отломалась. Мне кажется, опять ты щупальцы поломаешь, потому что Энерт очень крепкий. Бум. Не, в этот раз Энерт не выдержал. Его раскрутило, как щенка. Давай. Офигеть. Слоник. Слоник. Ну как это Соник? У него название есть. Бэйби Слоник. Он этим управляет. Ну кто там? Бэйби ему. Так. Уже немножко знаешь про него. О, смотри, у него ноги крутятся. А я могу танцевать. Ногами в разные стороны крутить. Как-то у него... Не знаю, кто его придумал. Он красавчик. У него... Как ты так вообще управляешь лохитным? О, давай, упади головой крути, это брейк. Новый вид танц. Ой-ой-ой-ой-ой. Голова крут. Прикольно. Ну что, давай его раздави. Потому что у нас еще много аниматроников. Ой-ой-ой. Я в эту игру бы играл вечно. Не знаю, почему она меня затягивает. Когда начинаешь особенно что-то разрушать. Вообще мощь. Так, пацаны, вот этого вы точно не угадаете. Потому что вы и того не угадали, этого точно. Давай я его вот тут сразу поставлю поближе. Чпонь. Свинка. Ну-ка, кто это? Свинка. Свинина. А ну, поуправляем. Нормально. Ой, кстати, вот этот хорошо, да, управляется, я вижу. Воу! Нифига себе, это ты Джеки Чана включаешь. Ой-ой-ой. А что у тебя с руками немножко не получилось, а? Это у тебя банджи, да? Короче, гитара. А, он же с банджи приходит, брынькает, да? Можно его съесть? Ну давай, дави его. Чпоньк, чпоньк. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну жестко ты его. Да. Так, давайте следующих. Надо успеть все показать. Ой, сейчас у нас будет аниматроники, которых смог бы даже построить самый обычный человек. Я представляю, как ты их будешь давить. Так, давайте посмотрим. Это у нас... Они не управляются, да, никак? Ничего не управляют. Они обычные вообще. Ну давай, покажи силу разрушителя. Просто вторанься в них. Открой щупальцы и давай, погнал. Ой-ой-ой-ой-ой, ням-ням. Даже запчастей у них, да, как-то маловато, пацаны? Сильно просто. Давайте следующую постройку. Мы уже приближаемся, наверное, даже больше половины. Ну все, в ролик не попадет, потому что реально много накачал. Давайте следующего, вот. Давайте, хотя бы скажите предисловие какое-то об этом аниматронике, ну-ка. Я помню, он этот, как его, призрак. Да, да-да-да-да-да, кошмарный. Это из NAF 4 кошмарный Фредди. Молодец, 12 тысяч баллов. Спасибо. Ой, что-то он у тебя немножко... На тебя упал. И убил тебя, что ли, или что? Это аниматроник-самоубийца. Убивает своего хозяина. Не самоубийца, а просто убийца. Стой, дай поспать ему. Даже в таком состоянии он просто на изи что-то тебя мочит. Ну давай его, сожри. Блин, классно, их можно рассматривать очень долго. А ломать еще дольше. Ой-ой-ой-ой-ой, на. Вообще просто.
Может, мы потом какой-то дом заспамним и попробуем его разрушителям перегрызть? Сейчас, Димас, я спускаюсь, я умер. Хорошо. А я тогда буду ставить другого аниматроника. Так, следующий у нас аниматроник. Так. Вот этот был. Ой, сколько их еще штук. Давайте все-таки по порядку, потому что я потом собьюсь, я не буду знать, каких ставил. Так, давайте сразу его поближе поставим. Так, не дави. Я боюсь, ты когда рядом подъезжаешь, у меня немножко сжимается одно место. Уж сильно большая у тебя кабака. Мощь, да, какая-то? Ну что, угадайте, что этот аниматроник делает обычно? Это, пацаны, знаете, какой аниматроник, который идет в пиццерию на работу? Это Левтюхин. Так, а где он? Ой. Это ты проверяешь их на прочность, с высоты роняешь? Обычно все там взрывают, а мы будем ронять. Летит. Парашютист без парашюта. Бум. Типа, смотри, как я лег. Сок яблочный вылетел, он не выдержал такой нагрузки. Так, следующая постройка у нас. А, вот, вообще какой-то прикольный. Эндоскелет. Где он? О. Так. Сильно, да? Так, ты куда? Где машина? Я пожирателя беру. Потому что чувак вылетел, и он когда вылетал, нашу машину забрал с собой. Вылетел вместе с машиной. Давайте я раздавлю его. Хочу я раздавить. Все, вы давите, а я нет. Давай. Бум. Так, я аккуратно это буду делать. То вы обычно спешите, а я хочу это по красоте. Вот так вот. Подальше камеру и... Бум. Бум. Вообще ничего не осталось. Я еще могу перемешать. Ой. Так, два напоследок какую-то очень имбовую. Во, кстати, этого аниматроника я даже в Гаррис Моде еще не видел. Хоть в этой игре посмотрю. Во, прикольно, да у него поза? Этот, как его там зовут? Я... Давай, ты сможешь. Его... Я в тебе... Его Shadow этот. Так, я выйду и хочу рассмотреть его. Это глич. Да. Прикольно, да? Классно, разработчик запилил его. Это реально, наверное, самая лучшая постройка, которую мы сегодня смотрели. Более такая детализированная, простая, но очень узнаваемая. Ну давай, дави этого. Бум. А, он состоит из таких кружков. Он их сам расширял, получается. Эй. Не достал. Ну что, ты готов, разрушитель? Давай ты просто расчепиришь клешни и просто врежешься со всей скорости. А мы будем это наблюдать. Надеюсь, не вылетит. Бум. А, это здание, оно крепко держится. Нифига себе. Ого, а ну попробуй его сгрызть. А ну отъедь назад и попробуй его просто... Стенку можно будет прогрызть? Мне интересно. Как я застрял? Вот. А ну-ка, давай. Сгрызи его. За угол дома его обхвати. Ой, грызется. Ой, твоя клешня мне в лицо залетела. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димал Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем Brick Ricks. Давно мы уже ничего не разрушали, и будем сегодня все ломать, крушить, и вам поднимать настроение. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ты уже начинаешь, да? Короче, давайте начнем с построек. Приготовил я и Димон, будем по очереди. Сначала я, потом Димончик. Так, у нас есть сегодня Красити Краб, который мы не видели в этой игре ни разу. Да, мы видели в скрипт-механике. Ого, здоровый Димон. Воу. Я пролечу. А чё он сломался? О, все, Димон, нормально. Друзья, как выходить? Во, на Е вышел. Димончик, ну что? Скрап-механик видели? Димас, в Гаррис Моде видели, а в этой игре не видели Brick Ricks. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Только не ломай, пожалуйста, убери базуку. Единичку нажми. Вот смотри, в скрап-механике все постройки вот такие большие багались бы. Зато все работает и не глючит. Ой, а что это у меня? Ой, тут что-то не... поломилось, ладно. Это не я. А, я Е нажимаю и сажусь. Все, я понял. Для того, чтобы ее было удобно переставлять. Так, Димончик. Что там внутри еще есть? Гамбургер.
Заходим. Вот скрипиханьки бы сейчас вот у нас все лагало. Наверное, да. Не, ну хотя это механизмов, все... если не будет, то не будет лагать там. Мы же проверяли. Это да. О, Димончик, подожди, стой. Что я хочу сделать? Гейм. Вот так вот. И взять базуку. Ну что, взорвем ее? Ну что, погнали. Ой, красиво. Вовнутрь давай. Чтоб разорвало изнутри ее всю. Смотри, смотри. Круто, круто. Вот эту красивую часть хочу. Прямо по центру. На, смотри, стекла уже все по... Знаешь, было бы прикольно, если кто-то еще бы внутри сидел. Из враг, ну типа враг. Ну ты да. Должен был бы его базу сломать вот так. NPC, да, не хватает? Да, NPC-шек. Чё-то мы долго ломаем. О, не-не-не, всё нормально. Просто стекла бронированные, они с первого раза не умирают. Надо фундамент ломать, углы. Вот, давай задницу ломай. Передницу, может? Нет. Задницу. Ух, разлетелась как красиво. Вот, теперь Спанч Боб не приготовит здесь ни один гамбургер. Жестко мы его. О, Димон, все, клонится, ты видишь? О, да. Все, да. Есть, сложили, ребята. Че, давайте почистим все карту. Че, давай взорвем? Ого! Он взорвался! Ничего себе взрыв! Ты все здание разломил! Вот я просто, знаешь, там есть две кнопки, сиденье и еще какая-то. Я нажал на еще какую-то, и она взорвалась. А она может еще взорваться раз? Как мне взорвать? Я проверю. Ого! Продать что-нибудь. Класс. Четкая кафешка. Так, что вам сделать? Покушать. Да, не хватает колес, чтобы она ездила. Камера стоит. Шо вам? А, подожди, стой, Димончик, сейчас все запилим, стой там. Ну, первый покупатель. Да. О, блин, да что ты у вас тут все так плохо сделано? А ты куда подъезжать, сюда? Видишь? Нет, в другую сторону. А, вот где камеры, все, я вижу. Перепунькал. Сейчас я сдам. Так, пожалуйста, так. Мне две шаурмы. Шаурмы. Да. Только чтобы мясо было нормальное, а не кошачье. А у нас тут только гамбургеры и сода есть. Сода? Сода — странное слово. Мне... Сода питьевая или сода? Какая? Питьевая. Ну давайте мне тогда соду хотя бы, то, что у вас есть. Сода, гамбургер. Гамбургер, значит, да? Больше ничего не надо? Сода. Сода ей давай, покупай продукты. Какие продукты? Ты же сказал, у тебя есть. Сейчас, подождите, сейчас я подъеду, стойте. Продуктов. Мне ничего нету. А не, давайте я вам яблоко продам. Сейчас я дам. Че, оно не ломается, что ли? А ну еще разок. О, нифига себе, вы нам почти ничего не сломали. А ну-ка, давайте шлифанем немножко, дымка дадим. Да что я понесло? Ладно, мы отдадим вам гамбургеры, содовые. Я психую, очень сильно нервничаю. Мы вам отдадим все сейчас, не ломайте нам. Ничего. На, о, можно ломать. Держите вашу соду. Нет, не хочу, хочу разломать вашу кафешку. Смотри, как она рвет, неплохо, а? Хочу вовнутрь пробраться. Не получится. Сегодня. Получится, Димон, смотри. Я уже, считай, заехал. Вовнутрь зайди, посмотри, там уже видно мою машину. Да. Сейчас с разгона. Но я только с разгона увижу. Ого, аж разлетаются запчасти, ребята. Как это все эпично.
Вот за это я люблю Брикрикс, это ж топово. Вот это я даю жизни. Так, задний ход. Сейчас попробую выехать, Димончик. А ну там немножко помоги мне выехать. Я могу тебе помочь уехать. Уехать? Чуть-чуть. Здание сверху поломи уголок. Мешает мне. Здание, да, поломить чуть-чуть. Там был я. Все. Помог. Угон двигается. Все, я вовнутрь заехал вам. Ну это хорошо, так удобнее будет вам еду вставать, да? Во! Сейчас с другой стороны попробую выехать. Вот это, конечно, сильно. О! Смотри, вот эта стена, она не ломается. Да, странно, тогда я на машине не мог ее тоже разломать. Крепкие блоки стоят. Стояли. Надо этот уголок отбивать. Все. Сложили мы его. Победа. Ого. Бронированная. А кто тебя убил? Не проще, Димон? А, я тоже сейчас умру из-за этого, Димон. А куда я лечу? Оп. Классно ты сделал. Зайти точно можно. А что здесь такое? Что за боб-динер? Не хватает в этой игре большого взрыва. Это эндермен, который тягает кубик и что-то странное делает с ним. А ты не танцуешь? Да, я танцую. А ты можешь ездить на нем или просто как дурачок прыгать? А не можешь. Нормально, нормально. Похожая постройка, как в Scrap Mechanic. Ой, промахнулся. А что, кубик сквозь ноги проходит? Да, да, да. На! Это было эпично! Тебе рука отвалилась! Ты убил, да? На, в пачку! Вот это круто! По TNT стреляй! А ну взорвется она? Ой, разлетелась! На разные кусочки! Ух, салют! Из Лего! Ого, она взорвалась, Димон! Вау! Это был мощный взрыв, не такой, как от РПГ. Так, Димончик, вот, давай теперь я оставлю. Так, FNAF 2 map. Map. О, она здоровенная, я так понимаю. Давай, показывай сегодня. О, Димон, не стреляй, не стреляй. Тут круто, тут Балун Бой. Фредди, Бонни, Чика. Шкатулка, хочу не сказал сундук. Мангл. Круто, здесь, короче, как будто разлито что-то. Аккуратно, скользкий пол. Здесь круто сделано. Ну, скорее всего, мы уже немножко здесь что-то разломали. Здоровенная, крутая. Во, здесь еще что. Как открыть? Стоп. Обслуживающий персонал или что-то такое здесь. Не могу зайти. Там, короче, Чика и Фокси. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!